В доме на Березовой улице в Жаворонках Валерия со своими родителями и двумя детьми живет уже четвертый год. Все это время они мечтали провести в дом газ. Однако сумма порядка 1 миллиона рублей была неподъемной. При этом каждый отопительный сезон становился для них настоящим испытанием. Ежедневная чистка печного котла, регулярное подкладывание угля или дров, а еще и определенная опасность. Всего пару месяцев назад мама Валерии по чистой случайности пришла в котельную на час раньше положенного срока и только этим спасла всю семью. Когда она сюда пришла, здесь уже все полыхало, коптило. Вот в этой трубе, тут даже видно закопченное все. Стали гореть шлаки, которые упали из трубы. Начинала уже загораться стена. Если бы она в 5 часов не пришла, а пришла в 6, то я думаю, мы бы все сгорели. Но в этот же день к нам пришли подключать газ. Это такое совпадение. Больше мы им пользоваться не будем. Теперь голубое топливо бежит по трубам дома, отапливая его, обеспечивая горячей водой и даря главную радость хозяйкам дома – возможность быстро приготовить вкусную еду на газовой плите. Благодаря президентской программе у нас появилась уникальная возможность провести в дом газ. Это был самый большой и долгожданный подарок Новому году. Я хочу выразить благодарность нашему президенту, ну и бригаде ребят, которые работали у нас очень профессионально. Все сделали. Главное, что это было в сжатые сроки. У нас от траншеи до подключения было всего 2 дня. Траншею по участку рабочие выкопали всего за 3 часа. Не помешал ни 20-градусный мороз, ни растущие на пути кусты малины. Их аккуратно выкопали и посадили обратно. Все оборудование разместилось в уголке кухни. Двухконтурный котел, счетчик, который сам передает показания, вентиляционная система. Газ начал поступать в ночь с 25 на 26 декабря. Порадовали семейство и первые платежки. Если раньше мы платили, если топились электрическим котлом, который у нас был старенький, отапливал плохо, у нас выходило 15 тысяч. С дровами, с углем та же история. За свет мы платили меньше, но купить топливо – это те же 15 тысяч в месяц. Сейчас нас за первый месяц очень порадовала платежка, мы заплатили 4 тысячи. Еще около 2 тысяч за электричество. В итоге все вместе вышло в 3 раза меньше, чем прежние счета. И это в отопительный сезон. Летом будет еще дешевле. Мы не экономили, потому что у нас дети. Мы топили на полную, как раз морозы были. Мы топили на полную, чтобы было тепло, даже жарко. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».